Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» посетили митинг-концерт в честь воссоединения Крыма с Россией, который состоялся 18 марта в Москве. Вместе с делегациями со всей страны партийцы приехали в Лужники, чтобы поддержать президента и спецоперацию на Украине, рассказал глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов. В ходе концерта с участием звезд эстрады состоялся телемост с Севастополем, где также прошли массовые праздничные мероприятия.